Подходи, не дай слова! Подходи!
вечная память бойцу. Васька, становись на его место. Да тише ты, все позалапай, ведь не так ничего, и куды лезем? Куды-куды, я, брат, знаю, куды. Давай. Фу. Ну, чего залезли? Чего? Ха, вот чумной. Да судно 20 верстов, как на ладошке, видать. Видать. Тоже говорить. Я, брат, эти места-то, о, ты чего знаю, каждый кустик, каждый тропочку, тоже говорить он будет. Разъясни вас душу! Колчака полите, а не в кашу, черт суетливый! Так добрался. Смотри, буржуи подстрелят за место раны. Нет, Леш, брат, это нам расплюнуть на буржуев-то. Тьфу! Мы буржуев как вошку промеж ногтя расщепим и так... Вот сюда, вот. Глянь.
нагречане. Ей-богу, нагречане. Как же мы теперь сейчас пушку-то доставим? Как к штабу-то доберемся? Да неужто у Горбатого мосту стоят? У мосту. Ей-богу, у мосту. Я эти места во как знаю. А другой-то путь есть? А? Другая дорога для орудию. Для орудию. Другая дорога? Стой. Дай подумать. Ну? Дай подумать. Да думай скорее. Стой. Дай подумать. Я ведь меня с того как знаю. Другая дорога, кроме, есть? Кроме? Нет, нету. Эх ты, думатель. А куды же к штабному биноклю лезет? Стоп! Николы на горках ударили. Свят. Да ведь там живой души нет. И ключи от храма у меня. Однако полковнику доложить требуется. Брось, отец, не путайся. Береженого Бог бережет. Беспременно. А что ж им не спалить-то? Не спалят. У них народу-то сила. Ладно, не каркать. Не попы. Ох, видать, не проехать там затырка с орудий-то. Слуха! Братцы, слышь, окромя Горбатого мосту, нет нам ходу. Я и тебя с того как знаю. Заткнись! Светла! Пойдем. Ну, не, ничего, мужики, ничего. Смелее! Товарищи, партизаны, помни приказ революционного партизанского штабу. Приказ
передовой части партизанской роты Макеевской волости доставить в распоряжение 4-го полка захваченное ими орудие и снаряды. Провести орудию к 27-му понедельник. Понедельник, вот. Помня, что против нас сплошная стена империалистов и интервентов, приказ выполнить непрекословно под личную ответственность товарища Снобова. Мою ответственность. Да здравствует советская власть во всем мире! Ёлки-палки! Ну, зазвонили! Да зазвонили! Нам-то что? Да ведь селение за грехи пощено, а благо вестят. А ежели красные подожгли? Партизаны! Понедельник-то завтра. Завтра же общее наступление назначено. Ну, понятно. Провести-то ее орудию надо. А как ее проведешь, ежели кругом американцы? Эх вы, партизаны! Ну-ка, ну-ка. Кусты! Эх вы, головы! Англичан запаяли. Ну, англичане, ну и что? А приказ-то слыхали? Приказ-то сникли? Пусть создавать надо. Против нас идут интервенты, буржуи всего мира, то есть охватчики. Что им надо? Опять на нашу шею капиталистов, на помещиков усадить. Вот что им надо. Землю нашу, хлеб, фабрики наши, заводы, леса, нефть. Вот что им надо. Стало быть, против нас грабители идут, а мы, оборона, собрались дела в теплесть воевать. У кого подмокло, тот фактически буржуям помогает. Ясно? На заводе у нас каждый мальчишка, боец, так неужели мы, красные партизаны, пробить будем? Нет, орудию, согласно приказа, доставим и все. И вставай, ребята, перед буржуями, держись! До последнего! Во! Мужики! Партизане! Это... Удумал! Удумал! Стойте! Мужики! Партизане! Удумал! Низами проедем! Удумал! Удумал!
не заметно 5 дней не менее! Мужики, да я как знаю! Постой! Постой, ребята! Завтра ему приказано доставить! И доставим! Целиной пойдем! Так там река не замерзает! Провезем! Под мою ответственность провезем! Здесь охраняй порядок британские войска! Сержант, take the order. Yes, sir. Я приказал ставить все дороги двойной караул. To his Irish Molly, oh, saying, should you not receive it, write and let me know. If I make mistakes in spelling, Molly, dear, said he, remember in the planted spat, don't lay the blame on me.
And you? Quiet. Now, Sam. Quiet! Get up! Hunger! Get a foreign! Call for a foreign name. Eh? Give me that. Take it, please. Head up, head up, head up. Ну ладно, сып. Два стакана. Два стакана? Да. Деньга. Деньга, да, и дула. Деньга? А патент-то есть у тебя? Патена? А тебе какое дело? Он семь языка покупает, много надо. Кто есть такая она? Это командир английский. Поглавнее нашего будет. Понял? Поняла, поняла. Эй, Фрэнк! Гет фэр! Кокаин есть? Кокаина? А нечего. Морда китайская. Вешать вас надо. Какая черта фальшивая. Thank you.
У себя России их надо. Тут полочи опоряжаются. Им, врачам, кровеж самое главное. Вот-то теперь свободен, Никит Егорович. Вот-то свободен. Привезем мы ее матушку. Доставим вовремя. Ну, а как твоя разведка? Тама! Вон и тама! Они хлищи качалдата! Мнёга и! Мнёга! Тама! Лучика капитана! Отшибка нехороший капитан! Так, кайена! Чёрта фальшивая! Ладно, Ходя, не робей! Бейте вас, сатану! Что ты бейте? Ребята! Ангел! Ходя! 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 Выходи! Кто более всех пострадавший? Я! Они, волочи, всю деревню сожгли, всю округу разорили. Предъявить его, серву! Отдай! Отдай, ребята! Стой я! Стой, я говорю! За что там стоять? И стой! Стой, мужики! Дай слово сказать! Погоди убивать! Убить навсегда можно!
убитых, что ли, валяется? Надо, по-моему, братцы, упропагандировать эту курву. Чай, большевистскую правду понюхать, да своим потом расскажет. Ежели не поймет он нашей рабочей души, тогда, значит, обязаны мы его кокнуть. Валяй, Васька! Запустили вас! Васька! Тебя сниму! Валяй, в кемяш ему! Спокойствие! Валяй, валяй! Спокойствие! Парень, слушай, мы все крестьяне, да рабочие. Трудящиеся! Трудящиеся! I don't understand. По-русски не понимает! Вот бедность! Не понимаю! Эх, картинку бы какую! Чё? По картинке бы ему разъяснить! Это картинку! Можно! Мёд! Ну где ему понять-то? Дерево, а не человек. По глазам видать. Нет, он поймет. Тут только надо... Надо только слово найти. Такое настоящее. Парень, ты там разъясни. Своим-то подробно, нехорошо, мол, нашу землю разорять. Don't understand. Васька, брось с ним канителиться-то. Разве ему кемяши? Только время зря тратить. Да ну его, чертовой матери! Не пустое это дело-то! Расходись, ребята! Все одно ни черта не поймет! Нет, он поймет! Конечно, не поймет! Он должен понять! Эй, ты! Вымра! Пойдем, что ли? Стой! Что? Мужики! Вертай назад! Вертай! Опять куда? Ну, чего говори, говори. Ну, чего слушаться? А я же... Слушай, парень. Слушай. Пойми, Ленин, да. Ленин!
Ура! Вот я все понимаю. Я Львоя! Я Львоя! Я понимаю. Погоди! Мужики! Давай, давай, давай! Спокойствие! Вот она, картинка-то! Принес! Это Абрам режет Исааку! Подойдет? Подойдет! А? Крой, Вася! Крой! Вот этот, который ножом? А какая? Вот это? Да. Вот это. Это буржуй. А этот связанный. Вон она какая. Это мы, пролетариат. Понял? Эх, трудящиеся! Это мы! Да, трудящиеся! Ну вот, буржуй его режет. Вон она! А этот в виде ангела, который буржую помогает, это американка, англичанка, японка, вся эта сволочь империализма. Эх, понял? Филе Ализима, она и всего лазья, поняла? Империализм. Стойте, спокойствие. Понял. Спокойствие. Ты там скажи твоим парням, чтобы они всех буржуев из сволочь империализма к чертям! Эх, понял! Алай! Чертяма! Надо! Ай, эй! Пролетария! Империализма! Да! Разъясни. Понимаешь, Серва, ей-богу, понимаешь. Ух, Вашка-то по-американски как кроет. Успокойся меня. Дошло. Успокойся. Демяши, ай да Васька, ай да мы. Мы Советская Республика, понимаешь, Республика. Републик! Републик! Ура! Они! Они! Русика! Алити публика! Нет! Китайцы! Алити публика! А не надо! Английска! Алити публика! Они! А надо! Анада! Алина! Алинана! Калашина! Алиси публика! Анада! И будет она! Готово, Никита Егорыч! Упропагандировал. Правильно, Василий. Молодец.
товарищ. Твалия! Я передам. Позвольте, позвольте, позвольте. Поручик! За единую неделимую. Прошу начать. Well, thank you. Джентльмен, я, Пьет, за великий русский гостеприимств. И английский цивилизация. Поднимай, я легкой. Давай руку, Васька. Давай, давай, давай. В середину, больше смотри. Там еще больше середину. А середина нужна. Выдержите. Я здесь все мосты, о как знаю. Да, да, фу. Вот ушина. Эй, давай! Давай, давай, подтягивай! Давай! Выходи из-под моста, ребята, отсюда и выходи. Да никого! Давай, ребята. Никого. Да. Я говорю, там задних подтягиваю, Постой, не лезь. Ну, Миша, давай, следи. Опустите, по пушке задание. Ходом сразу давай, что-то. Давай, приезжай скорее. А то застрянем, ну. Ты чего? Ты чего смотришь? А ну, давай! Игорь! Что тут? Так и знал, что застрянем! Давай, ну, ребята! Давай возьмем! Давайте скорее! Раз, два! Нужно! Раз, два! Сильно! Раз, два! Тише! Что за стопёрс, англичанин, что ли? Тише! Шёпотом! Раз, два, нужно! Раз, два, сильно! Раз, два, сели! Сели! Давай! Его Величество, Карл Англии прислал нас на защиту цивилизации. До чего культурный народ. И восстановить власть, собственность и религию. Господи, и сколь прекрасно говорит он по-русски. Я жил здесь много лет, я имел промышленный интерес. Ну, теперь повоюем. Да, джентльмен, вас охраняет наш храбрый, осадованный английский солдат. Солдат,
пойдем помогать, что ли? Иди, иди, Коль, иди, иди. Вывезем! Я тут всех места и горы, во как знаю! Иди ты, подпадай! Thank you.